зважаючи на те, що ви спілкувалися з кількома людьми і можете там визначити, чому те, що ці люди хочуть у владу, вони активні, вони хочуть цієї влади, але чому люди, які вибирають їх, ведуться на ось цей такий, до певної міри, аферизм або таку неврастенічність тих людей, які прагнуть у владу? Чому люди вибирають того самого Києву? Чим ці ненормальні, як ми не можемо визначати та ставити їм діагнози, але чим ці люди, які мають таку трохи якусь дивну поведінку, так приваблюють виборців? Значить, перше, більшість завжди помиляється. Я уверен в этом, я твердо это знаю. Меньшинство всегда право, большинство всегда, к сожалению, ошибается. Поэтому и выбирает уродов, как правило. Ну, не я в этом виноват, и никто в этом, наверное, не виноват. Но так получается. Среди большинства преобладают тоже люди, которые, знаете, как туземцы бросаются на какие-то блестки, вот так они любят яркое. Нестандартное, неоднозначное, неординарное. А сумасшедшие и аферисты, они, как правило, им дают людям то, что они любят. Они выступают неординарно, они ведут себя так, знаете, ярко. Этим привлекают внимание. Вот выступает кто-то, слушайте, вон Пальчевский есть такой городской сумасшедший, так. Чистый, да? Вот выступает Пальчевский, он же яркий, скажите. Яркий, завораживает. Ну, чистый городской сумасшедший. Ну, вот он вызывает у людей желание его смотреть, слушать. У некоторых, я же не скажу, что у многих. Ведет себя нестандартно. Это потом начинаешь уже смотреть биографию, изучать и понимать, что, ага, человек закончил военный институт в Москве. Военный институт в Москве – это самое элитное высшее учебное заведение, которое, краснознаменный военный институт, которое готовит специалистов ГРУ. Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза и Российской Федерации. Вот, поэтому он не обычный городской сумасшедший, а он еще грушник, разведчик. Вот, поэтому, может, у него маска городского сумасшедшего, тут тоже не знаем, смотря какое задание он получал. Вот, поэтому вот на таких и ведутся, а что? Ну, он интересно разговаривает, у него нестандартная речь. Правда, глаза выдают, но, в принципе-то, он яркий, интересный. Я сам иногда смотрю Пальчевского, очень получаю хороший заряд бодрости. Я люблю на сумасшедших смотреть. Давно с ним спілкувались, до речі? Ми знаємо, які у вас зараз стосунки, але от зрештою. У меня с ним очень хорошие отношения. Правда? У меня с ним прекрасные отношения. Давно ли я с ним общался? Заочно, несколько дней назад я его смотрел, он выступал где-то, я его смотрел, вы знаете, не надо, если хочешь долго жить, если хочешь радоваться жизни, надо смотреть такие, как Пальчевский, у тебя будет всегда хорошее настроение. Эти люди создают хорошее настроение, хороший фон, и поэтому я благодарю Андрея Ивановича за то, що він повищає настроєння мені і многим людям. Прийнято, да. Якщо раптом Андрій Іванович також захоче відповісти, ми готові бути тим майданчиком, пане Дмитре, який буде сприяти. Він захоче. А я знаю, я спостерігаю за вами, бачу, да, значить, Пальчевський, Гордон, трибуну, Пальчевський, Гордон. Він любить говорити, да, а я його люблю слухати. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20:30. YouTube-канал «Україна-24».